Всем привет! Самое время поговорить о новинках прошедшей недели. Российские хип-хоп-исполнители перезаписали саундтреки к фильму Алексея Балабанова «Брат и брат 2», а Леонид Агутин и Джонни перепели хит «Мир зеленого цвета». Не будем тянуть время, погнали! Вот скажи мне, американец, в чем сила? Российские хип-хоп-исполнители представили кавер-альбом «Поколение Брат», в котором исполнили знаменитые саундтреки к фильмам «Брат» и «Брат 2». В юбилейном проекте приняли участие рэперы Баста и Федук, певица Аника и многие другие. Релиз приурочен к 25-й годовщине «Диалоги». Полковник никому не пишет. Между небом и морем абсолютно раздета. Леонид Агутин и рэпер Джонни выпустили совместный кавер хита «Мир зеленого цвета». По словам заслуженного артиста России, перепеть сингл и пригласить на фит Джонни пришла к нему, когда он услышал собственную композицию в одной рекламной кампании. Какой получилась старая новая песня, слушайте на Зайцев Ньюс. Мир зеленого цвета между синим. Лолита наплакала на новую песню. Артистка выпустила сингл «Мерлен» и рассказала, что за его основу взяла историю, когда она несколько часов проплакала в стамбульском аэропорту. Певица делилась своими переживаниями с друзьями, которые увидели в ее словах идею для новой композиции. Риана радует поклонников второй сольной песней за последние 6 лет. Певица представила новый сингл «Born Again», который станет саундтреком к фильму «Черная пантера. Ваканда навсегда». Новый трек будет звучать в кинотеатрах по всему миру во время финальных титров. На сегодня все. Увидимся в следующую среду. Пока!